Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся із військовими керівниками НАТО та Британії, зокрема з генералами Крістофером Каволі та адміралом сером Тоні Радакіним. Ми воюємо на Україні з швидко нацифіцировавшимся Североатлантичним альянсом. Під час перемови ми детально поговорили про ситуацію на полі бою. Ми обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани ворога, наголосив Залужний. Він також додав, що під час розмови вони зупинились на актуальних потребах Збройних сил України у снарядах, дронах та іншій військовій техніці. Ми окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури. Ми вдячні нашим союзникам за непохитну підтримку та допомогу. Разом ми сильніші і разом ми переможемо, зазначив Залужний. Это основное направление нашего наступления. Сейчас уже осталось, оно уже выделенное, то есть свернутые другие, которые были разворачивались в начале наступательных действий. Выбрано одно. И интенсификация действий именно по дальнейшему продвижению будет по этому направлению только тогда, когда будут усилены фланги. Вот то, о чем говорят наши спикеры военные, допустим, работа в сторону Вербового, это на восток, работа в районе Новопрокоповки, западнее Новопрокоповки, это на запад. Это попытка раздвинуть это вклинение, увеличить плацдарм, усилить фланги и дальше начать уже двигаться после выполнения этих задач, а дальше двигаться в сторону Токмака. Потому работа довольно тяжелая, кропотливая, там сотни метров в день, то есть 100, 200, 300 метров в день, быстрее не получается, потому что те же минные поля, только уже мы их двигаем с флангов, не с фронта, а с флангов. Но плотность мин такая же самая, естественно, противодействие россиян, оно довольно-таки сильное, усиливается, они прекрасно понимают, что после укрепления флангов мы начнем дальше двигаться на юг, потому всячески этому противодействуем. Пане Романе, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Ми знаємо, що понад 300 окупантів на цьому напрямку гинуть щодоби, і про це нам Генштаб звітує. Але попри велику кількість втрат, продовжуються м'ясні штурми, і про це навіть говорить очільник пан Барабаш. Що скажете? В последнее время, да, действительно, россияне либо из-за уже боязни потерять остатки техники, либо просто от ее уже недостатка, потому что используют действительно местные штурмы, в основном пехота, пехотные подразделения с редкой поддержкой техники. Но интенсивность боев не уменьшается, то есть без техники местные штурмы однозначно проходят. Вот за сутки до 66 атак по всей линии фронта, и часть из них, где-то третья часть, приходится как раз на Авдіївське направление. То есть и это постоянные штурмы со всех сторон, с юга, с востока, с севера. Продолжаться будут в таком же режиме. Сейчас подтягиваются россияне, перебрасывают дополнительные силы в этот регион, снимают с Купянского направления, несколько бригад будут заводить под Авдіївку. То есть интенсивность боев не уменьшится. А вот техники действительно поменьшило. Тем более в преддверии дождей, в преддверии ухудшения погоды на этом участке фронта дожди сразу выключают всякую активность техники. Россияне пытаются занять более удобные позиции для уже дальнейшего продвижения. Основная задача пока в районе Авдіївки стоит окружить гарнизон или хотя бы перерезать пути снабжения гарнизона, взять в оперативное окружение. Пока наши части после появления там генерала Залужного, он принял решение на усиление этого гарнизона. Там появились уже леопарды, там уже появились Брэдли. Работаем, то очень хорошо показали себя Брэдли в работе против техники российской, с участием в туров, в ТУ, противотанково-управляемые ракеты. Уже ни один танк, ни одна бронированная бронемашина уже сгорела как раз после ударов
с этих машин. То есть усиление произошло, и есть дополнительные, ну, туда направлены дополнительное количество боеприпасов. Это уже даже сам враг подтверждает, практически говорит о том, что в стену огня упираются российские штурмы и дальше двигаться не могут. То есть удерживаем. На данный момент, по крайней мере, принято решение удерживать этот рубеж. Пане Романе, вчора вночі російські пабліки написали, що були масштабніші два прильоти в Севастополі, а вже сьогодні ввечері джерело є роз-ЗМІ, просто зараз всі телеграм-канали про це пишуть, що вчорашні взриви в Севастополі це фактично були прильоти по секретній базі спецназу окупантів і ліквідовано 24 військових Росії та ще 29 поранені. Секретна база спецназу. Що скажете? Ну, у Грушника, у российского главного разведывательного управления, есть очень много баз, где они готовятся и подготавливают достаточное количество диверсионных групп, а это как раз подготовка ДРГ проводится. ДРГ примерно это в районе 15 человек, там плюс-минус несколько человек, в зависимости от того снаряжения, которое есть у ДРГ, и от постановки боевой задачи. Вот по несколько ДРГ сразу готовятся. Вот можно сказать, роту, они где-то роту готовили, 5-7 ДРГ, а дальше туда, скорее всего, работа нашей разведки, либо это служба безопасности отработала, либо наш ГУР, либо силы спецопераций, а может при помощи в том числе и АТЭШа, или партизанских отрядов, которые действуют на территории полуострова. Естественно, это подготовка, и это место было передано, координаты этого центра были переданы уже нашим ракетчикам. Принято решение, скорее всего, была перепроверка данных. Это всегда делается разведка, доразведка, а дальше идет уже уничтожение, корректировка огня, может быть, повторного, и подтверждение уничтожения. То есть это все было проведено. Слышали действительно до Бахчисарая. Был, по крайней мере, волны доходили, и удар был слышен даже в Бахчисарае, это десятки километров севера и восточнее. То есть, по большому счету, скорее всего, это был нанесен удар либо Нептуном, либо нашими ракетами Storm Shadow или Скалпами, потому что удар был, ну, где-то в полтонны весом. По информации, было две ракеты и беспилотник. Ну, по крайней мере, та информация, которую передают пока россияне. По их информации, одна ракета была сбита, беспилотник был сбит, а ракетой, второй ракетой был поражен сам центр. Там действительно десятки раненых и погибших. То есть пицуры, которые не появятся уже никогда на нашем фронте.